Мы почти под саму взлетку положили. Не пересекают взлетку? Они же это я тебе говорил, что там... Паша, они пересекают взлетку или нет? В этом участке... Вот. Честь имею. Тут бы мы не ладно. Поехали. Ну что, сутки перемирия прошли. Посмотрим, что будет дальше. Сегодня второй день перемирия. Начали вторые сутки. Были провокации с их стороны, чтобы мы открыли по ним огонь. Самое смешное, что стреляют со шмеля в нас. Ну, мы держали этот удар. Никакой артиллерийского обстрела мы не ведем. Со стрелком мы не работаем. Все тихо, спокойно. В принципе, перемирие идет, но мы знаем, что есть закон о перемирии в том плане, что нельзя передвигать и усиливаться. А украинская армия, это как всегда, вот, взяла в свои руки. Да, они не стреляют. Провокации были, но мы их не повелись. Но технику они стягивают и пехоту. Все ближе и ближе к Донецку. Они готовятся к массированному удару по нам в данный момент. Так что мы готовы к этому всему. Ну, посмотрим, что будет. Так что вчера перемирие было нарушено. С 19:00 до 22:00 шел артобстрел. Тяжелый артобстрел по городу и близлежащим районам. Мы сработали на подавление, сработали удачно. Насколько удачно, я не буду утверждать, потому что это будет лос с моей стороны. Но, по крайней мере, там долбанная артиллерия украинская заткнулась. Знаем только одно подтверждение моей, нашей работы артиллерии на подавление, что уничтожено БК в городе Авдеев. И что у них есть потери по людям 7/300, 12/200. Вот то, что я владею. По одному пункту. По остальным брать не буду, потому что это будет лос с моей стороны. Никого, точной информации я не имею. Когда она будет точно, я вам сообщу об этом. Как мы работали, чем это все закончим. Так что на данный момент такая ситуация. Перемирие. Что подразумевает себе перемирие? Перемирие подразумевает в том, что никто не стреляет друг друга, и никто не стягивает и не усиливается. Но украинская сторона, как всегда, стягивала вчера большие силы, открыла по нам артобстрел, и поселок Пенский, населенный пункт Агдеевка, стянула большие силы. Мы знаем, что входят туда танки, БМП, пехота. Перемирие должно быть нормальным, а не адекватным, а не пидорастическим со стороны украинской власти. Потому что, блядь, как всегда, в очередной раз они, блядь, сука, бесят меня в том плане, что сами, блядь, просят перемирия, а потом сами начинают же стрелять, стягивать силы, готовиться к новым атакам. Но все равно я предупреждаю всех, блядь. Пускай даже если я погибну, на мое место придут другие люди, которые будут продолжать наше дело. Такие, как я, как Моторола, и остальные полевые командиры, которые действительно воюют за свою страну, за свой флаг, за свой народ.